продолжаем. Темные эльфы и Сильвер Муна послали на юг отряд лучников, чтобы они предотвратили ожидаемое нападение орков. Наши шпионы доложили, что вскоре после пересечения лугов Альтарака эльфы попали в засаду войск Орды. Мы полагаем, что в данный момент эльфов держат в небольшом тюремном лагере возле северо-западного региона Торренской мельницы. Это вообще легкая миссия, самая легкая из тех, что я, конечно, успею поиграть. Милорд, да, милорд. Привет. Да, даже и да, работнички. Точно, пожелаешь. Да, милорд. Так, точно, у нас сир, есть точно, полный отряд. Да, у нас, да. Сейчас да, легко разбираться с ними. Наказание. Так, пожелаешь. Раз. Не потерять. Ну, вряд ли, конечно, всех потерять. Ваши, слава богу, тут еще в начале не атакуют. Но со второго акта уже жопа начинается. Эти башенки еще как умеют атаковать. Так, рушим стены. Миссия минуту на одну-две. Да, да, нас атакуют. Какой? Так, точно, сир. Да, да, так, точно, сир. Да, точно, сир. Да, двигаемся, как пожелаешь. Выдвигаемся. Да, сир, да, точно, сир. Твои приказания. Да, да, да. Ваше Преосвященство, мой повелитель, как пожелаешь. Да, как пожелаешь. Да. Мой повелитель, да, выдвигаемся, ваше преосвященство. Выдвигаемся. Так, теперь надо каждого поставить да, в этот круг, сир. И миссия будет выполнена. Да, да, милорд. Мой повелитель. Капец, они быстрые. Да, выдвигаемся. Выдвигаемся. Все, готово. Да. Нифига.